I've been searching for an answer, but I ain't found one. I've been known to tear shit up and go off like a gun. I've been drinking way too much, but now I think I'm done. Кстати, нету Люцу, это горцы без Люцу. 53 зрителя, кстати говоря, на стриме. Это довольно-таки много. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Просто все, пошла, кажется, пошла война, минус Курама, первый пик. Остаются 5-6 в данный момент. Смайл, наскал, смайл. Насколько быстро? Откуда этот шаттер? Просто появляется минус Кир, минус Дорги, минус Настя. И эта атака смайлен скал. Вот да, минус она всех. Осталась тут. Просто банально. Спасибо, я стараюсь. Нет, Макс! Есть два ультимейта и три ультимейта. Ой, сейчас Вертсикс может это не пережить. Остается 40 секунд буквально у команды Мемезис, чтобы вот эту Джесс точку пытается взять. Что-то сделать, пытается как-то подойти, но ему не дает Дива. Ой, Вертсикс сейчас настреливает сверху. Она окажется вне позиции, есть ультимейт у Макса. Нужно сделать так, чтобы Стрэндж не срезал эту ульту. Остается 20 секунд. Есть три ультимейта с одной стороны. Нет, срезают! Стрэндж просто срезает. Макс остается без Макса, идет на добу, чтобы спасти Мерсю. Нет, не рестит. Она ложится. Не рестит, увозит, сносит. Увозит в руе на напущенного Ивана. Идет меха, идут драконы, и что же будет? Минус. Дополнительное время, надо держать, надо держать, надо как-то делать что-то с захватом. Голст. Дорген, ну пора. Дорген, пора, Дорген, пора. А ему летит. Ой-ой-ой. Умерли все. Что это великолепно. Я еще хил. Остается один хил. Минус Amazing еще раз. Идет захват. Нечем его контрить. Не успею дойти до точки. Нет, она осматривается на миллиметре. Боже мой. Боб забирает Оумена, забирает Рейзера, забирает Дон Лухир. Просто миллиметр. Да что это такое? Что это такое? Это миллиметр. Это миллиметр. Это миллиметр. Офигеть! Офигеть! Что происходит? Друг друга сейчас. Так правильно, нет. На самом деле брать пару против Хара, это хорошая контра, выкатывается. Дива, нет, некуда спрятаться. Минус 4, а психопат тем временем просто оформляет там еще где-то в тылу врага. А минус Чомский, но Дон Лук Хирома заморозит и соберет. Да не за что, я потренировалась, надеюсь, все понятно было. И, возможно, команда сейчас отойдет красной. Красная команда. Точка отойдет красной команде. Скорее всего, так и будет. Нет, Солка забегает в одного. В него просто влетает все, что можно. Он ходит на призраке, флексит просто на точке. Тем временем уже пролетает его Мерся. В него сливает ульту Анна. Да как же он это делает? И... Черт возьми. Он не должен был. Робин что-то задамажит и уходит в тень. Это было красиво, друзья. Ну, он зашел один. Он зашел просто на доп. Время. Он зашел в один, получил на буст, получил хил, разложился. Просто минус всех.